Бел Тулон. Эксперимент. Повторный прибор. Значит, безостановочный проезд пункта сбора. Прибор поменяли где-то часик назад. Не хочет работать никак. Ну-ка, встань, все, стоп. Отсюда поверни в эту сторону. В эту сторону поворачиваем, в эту сторону, во все стороны. Вращаем. Приборчик. Да не, не надо. Это называется безостановочное взимание дорожных сборов. Так, открываем зеркало, стекло. Поворачиваем во все стороны. Приборчик классный. Хороший. Ну что, выйти из машины? Да. Ну выйди. Подожди, тебе там эти машины ездят. Давай я. Я ничего, давай я. Я аккуратненько. Ага. Итак. Может подпрыгнуть? Ну давай, давай, девушка, срабатывай. Ну. Что, нету? Нету. Не хочет. Не может быть это. Ну что? Может ее попросить, чтобы пикнула сильнее? А, ну что? Да не, ну без такого. Итак, машина, номер видно, значит, приборчик свой, идентификационный номер. Паспорт объекта. Вот парень, который не хочет никак. Почему не работает? Прибор. А, вы просто отдыхаете? Вы просто отдыхаете? Я просто смотрю за самое. Ну так не работает. Так я не знаю, чего он не работает. Ну как, ну, надо, чтобы заработал как-нибудь. Включить, можешь пикнуть. Не хочешь. Ладно, все, поехали дальше. Ну как родить? Здесь камер нету. Ну что? Осторожно, машина. Ну поехали, что мы будем ждать, что ли? Разместим ролик. Не-не-не. Больше штрафовать не должны, это мы им уже претензию одну, пускай штрафуют. Нет, так понятно, но вся не штрафовать, все равно штрафуют же. Не штрафуют. Значит, приборчик не работает. Все, и подержи его, может, еще вместе. Без толку. Что думается? Не хочет. Не хочет. Ну все, конец. Ну что, 2 часа ты были?